Большом Кремлевском дворце проходила 7-я сессия Верховного Совета РСФСР. Сессию открыл председатель Верховного Совета РСФСР, депутат Миллионщиков. По первому пункту повестки дня выступил министр местной промышленности РСФСР Успенский. В своем докладе о работе местной промышленности Российской Федерации он рассказал о путях дальнейшего увеличения производства товаров для населения. С докладом о проекте земельного кодекса РСФСР выступил депутат Маслов. Верховный Совет принял постановление и закон по обсуждавшимся вопросам, утвердил указы Президиума Верховного Совета РСФСР.